Еще раз добрый день о валюте на 11 часов утра дня. Значит, в банке прием доллара 27.05, продажа 27.45, евро 28.85, прием, продажа 28.95, на тротуаре прием доллара 27.10, продажа 27.30, евро прием 28.60, продажа 29.00. Но, видим, приподнялась цена. Есть подозрение, что это с началом выплат людям по лопнувшему платинум банку. Люди получают гривну и, по-видимому, сбрасывают ее сразу же в валюту. Ну, возможно и так. Всем удачи.